Родился в Воронеже 20 апреля 1982 года. Учился в Воронежской государственной академии искусств на актерском факультете. Затем, с 2000 года, в Москве на курсе Сергея Проханова в ГИТИСе. С 2001 года, в труппе театра «Луны», работал с режиссерами Р. Виктюком, К. Генкасом. В 2003 году окончил ГИТИС и поступил в творческую лабораторию к Анатолию Васильеву в театр «Школа драматического искусства», а через год был принят в труппу. Работал с театральной группой Ежи Гротовского и Томаса Ричардса. В Японии изучал актерский метод Тадаси Судзуки. В 2010 году Максим Щеголев с Кристиной Осмоловской принимал участие в телепроекте «Танцы со звездами». Это была лучшая пара проекта. Режиссер Московского театра «Луны» Сергей Проханов, сыгравший роль Кеши в комедии «Усатый нянь», зимой 2000 года приехал в Воронеж с гастролями со спектаклем «Ночь нежна». Накануне представления он провел отбор молодых людей на свой курс в ГИТИС. И первокурсник, актерки, Щеголев был зачислен сразу на второй курс. После окончания ГИТИСа в 2003 году Максим Щеголев поступил в школу-студию МХАТ к театральному режиссеру Анатолию Васильеву в его творческую лабораторию театра «Школа драматического искусства».